Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Need For Speed 5 Porsche Unleashed. Я прошу прощения за звук в прошлой серии, но там у меня был микрофон совсем никудышный. По идее, в этой серии звук должен быть получше. Взял другие наушники с микрофоном в долг, скажем так. Ну и в общем, по идее, все должно быть сейчас получше. Как вы видите, я все там же, все в той же квартирке, тот же ракурс. Времени не было абсолютно, июнь был забит, и мы работали допоздна, поэтому что-то записывать времени не было совсем. В июле чуть-чуть времени стало побольше. Ну и сейчас вот у нас два выходных, поэтому у меня есть возможность немножко вот уделить время прохождению. Вот. Ну что же, начнем. Как обычно, проедемся одно задание в заводском водиле. Так, у нас уже 66% пройдено. Так, это, по-моему, опять задира этот Игорь. Он тут нам чешет. Я, говорит, слышал, что открывается вакансия тест-драйвера. И она будет разыграна между нами двумя. Я только что поставил замечательное время на новой трассе тестовой, которую Роль построил. Ты не сможешь меня достать, я уверен. Какой выскочка. Так, сам Роль. Ну что, ты слышал о Билли? Это одна из самых крутых трасс. Тебе надо будет побить время Билли, чтобы получить респект и уважение. Поехали. Заткнем за пояс этого Билли. Он чем-то похож на чувака из Форсажа первого, который там у них умный такой был. Ну ёлы-палы, а? Что это такое вообще? Так, по гравию прям так сильно скользит что-то. Это не гравий, а грязь какая-то. Болото какое-то. Так, ну сейчас понятно, мы нифига никого не побьем. Со столькими сбитыми конусами. Чуть не перевернула, да? Да ладно, ну сколько? Блин, не школу проспун. Я что-то был уверен, что пройду. Сквозь здание пролетел. Так, ну змейку явно лучше прошла. Странную, конечно, трассу роль построил. Где по обочинам надо гонять. Ох, на полсекунды. Ну ладно. Побили так побили. Как говорил товарищ Доминик Торетто, неважно, насколько ты выиграл. На дюйм или на милю. Ох ты. Отличная работа. Ты, короче, теперь тест-драйвер. Твой уровень. Твой уровень должен быть достаточно, чтобы управлять 917. Окей, Short Tail. Забирай, когда захочешь. Я прям сейчас заберу. Ну это, блин, только для Quick Race мода, я так понимаю. Плохо, конечно, что нельзя будет им воспользоваться здесь в прохождении. Так, ладно, по одному всего заданию проходим. Так, засейвим сейчас. Сейвгейм. 66% сейчас. Должно быть уже больше. Так, ну да, уже 75. Все, ну и теперь приступим к основному блюду. Едем в эволюцию. А тут всего 46%. Да. Так, тут у нас турниры-то все пройдены, а вот остались у нас чисто уикенд заезды и заезды по трассе гоночной. Давайте-ка вот сюда зайдем. Здесь есть гонка на 550 Спайдере, а он у нас, собственно говоря, есть, поэтому не надо будет деньги тратить на покупку новой машины. А призовые за первое место 60 000. Насколько я понимаю. Так, гонка. Так. О. Немного. Ох, ты все равно близ 1000. Круто. Так, ну что, попробуем проехать. Подождем. Да, извиняюсь еще за то, что немножко звук заедает. Не знаю почему. Настройки не трогал, но почему-то с прошлой серии стало немножко заедать. Меня это самого бесит. Так, ну и как мы на фоне них? Да неплохо, я смотрю. Кстати, едем по той же трассе, что мы ездили в классической эре, только она уже такая более, ну, под автодром заделана. По ребрике появились, исчезли всякие стога сена. рельсы безопасности и прочее. Поработали на ней за те, не знаю, сколько там, 20 лет прошло с классической эры, может быть все 30. Слушайте, да, достаточно легко отрываемся от них, и наш Спайдер тянет. Я боялся чего, что появится, звуковери, какой-то типа обновленный Спайдер 150 с какой-нибудь еще приставочкой, пару букв название добавят и к ценнику приляпают еще один нолик. Придется еще на него копытить. Но нет, подошел наш Спайдер, и причем он смотрится очень достойно, и поэтому, знаете что, это неплохой способ фармить деньги, я так понимаю. Здесь всего 3 круга, трасса скоростная по минуте, он считает 3,5 минуты, и у тебя 60 тысяч. За 10 минут можно почти 200 тысяч накопить. И проблем никаких нет с выигрышем у соперника, потому это еще и достаточно легко. Так, 3-й круг. Хорошо. Интересно, что за трасса? Ну, понятно, она нереальная. Так, по окружающей среде даже на моего не похоже. Такая в лесу где-то петляет. Тут я читал комментарии, да, что мне предложили может даже забить на прохождение данной игры на PS1 и приступить сразу к прохождению на ПК, но нет. Ну, типа голосовалку там в группе сделать. Нет, мы, конечно, допройдем ее на первой Соньке, никаких проблем. Потому что есть люди, которые в детстве играли именно на Соньке в эту игру. Я думаю, приятно будет посмотреть прохождение, вспомнить. Вот поэтому добьем уже, как оно есть у нас здесь. Да, она, я понимаю, что она ущербна по сравнению с ПК-версией, но лучше будет 2 полноценных прохождения ПК-версии и PS1, так что не переживайте. Единственное, что я не знаю, сколько это по времени займет у нас. Да, выдалось сейчас 2 выходных. Когда будут следующие выходные, я даже не знаю. Так, 928, вот его у нас нету, да? А, нет, есть. 928, кажется. Так, я сейчас подтяну, давайте как трофи-рум зайдем. Так, трофи-рум. И посмотрим Weekend Trophies, что у нас есть. Да, Марио летает. Да, даже здесь они есть. Так, 944 у нас на серебро пройдено, но ладно, пусть даже так будет. 928 не пройден, 959. Так, посмотреть, тот ли у нас 928, там ПС какой-то. Так, Weekend Races 928, это ГТС, 928 просто, а у нас 928 ПС. Ой, это разбитый шмарик. тысяч. Ладно. Давайте попробуем на нем проехаться. Будет ли он хорош на фоне соперника. Сейчас посмотрим. Едем. Так, но они сдаваться явно не собираются. Меня вот это, конечно, убивает, что они здесь сквозь препятствия проезжают. Нечестно. Конкретно нечестно. Собственно, из-за этого они и вышли сейчас вперед. Да, кстати, ребята, тут суть до дела, пока вот этот месяц прошел. Пошла у нас выставка Е3. И наконец-таки появился предзаказ сейчас PlayStation Store на Gran Turismo Sport. Появилась дата выхода 17 октября. Я уж надеюсь, что больше она никуда не переедет, ни на какие другие сроки. И все, в октябре она выйдет. Я хочу себе сделать предзаказ на нее. Хочу сделать предзаказ на Deluxe версию с какими-то дополнительными плюшками, ну, машины там, я толком еще не разбирался, но в общем там список вроде бы неплохой, всяких дополнительных вещей, вот, кредиты там что-то, мне кредиты, собственно, не нужны, я просто хочу все машины, чтобы у меня были, которые есть и в делюксовой версии, вот. Вчера пытался оформить предзаказ, ну, соответственно, оплатить его, и не получилось. Что-то делаю предзаказ, оплату, и мне ошибку выдает, типа, мол, сервер что-то там перегружен или не может достучаться до сервера. В общем, попробуйте позже. Не знаю, в чем причина, что там такое в PS Store вышло, что серваки у них перегружены. Почему-то вчера не получилось. Но вот сегодня еще буду пробовать. Поехали, поехали. Ты чего встал-то? Заглох, что ли? Первый раз сильно слишком ударился. В группе тоже, не помню, кто-то, по-моему, Санек Грок выкладывал видосик. Правда, давненько уже, там, где какое-то новое обновление, он спорт, ну, этой бета-версии, и там новые звуки двигателей, ну, вообще не только двигателей, а коробок передач, там, звуки переключений, блин, как они мне понравились. Если оно все будет так, финальная версия, хотя бы так, а может еще и допилят, это будет круто, реально. То есть там настолько классно звучит, там даже не столько двигатель мне понравилось, а вот как работает коробка передач, очень круто сделали, реально. Просто только из-за одних звуков уже душа радуется. Что это хруст, там на переключениях, хлопки вот эти вот, прям реально такие почти как выстрелы. Но оно так и есть. Не знаю, кто был на реальных гонках, те знают. Там так стреляет на перегазовках. Ой-ой-ой. Да давай же ты едь-то, ну. Сарай ты чертовый. Опять в том же месте перед самым финишем, да? Вы их пропустили, капец. Это ж надо. Ну что делать, а? Так, все неплохо шло. А, блин, два раза в одном том же месте улетел. Так, ну понятно, деньги ни о чем. Это чисто так, вопрос престижа. Блин, надо перезаезд сделать однозначно. Это не дело. Два подряд серебра. Что это такое вообще? Ладно, давайте перезаезд сделаем. Еще у нас 959-й. Двоечный надо будет деньги накопытить. А на него мы где будем копытить деньги? Правильно. На 550-й спайдере. И там у нас еще Circuit Race как раз есть Short Tail, заезд на Short Tail 17-м. Там мы проверим, можно ли брать наш выигранный, по идее, честным трудом. Но я что-то чувствую, что нельзя. Потому что там написано, что он чисто для квик-рейса. Жаль, конечно, жаль. Я вот, правда, не знаю, предзаказ-то я сделаю, конечно, на GT Sport. Но вот где мне удосужится в него поиграть, даже не знаю. Ну, то есть, я-то домой еще не скоро планирую, как бы Сонька у меня дома. Но, не знаю, смотрю, как тут что по зарплате будет. Вообще, если будет все хорошо, посмотрю, что тут с жильем определиться уже, чтобы осесть где-то на одном месте. Потому что тут, где вот сейчас я живу, вроде как скоро переезжать будем опять на другую квартиру. Завод переезжает в другой город. Тут арендовывали площадку, собрались в другой город переезжать. Соответственно, меняем место дислокации. Вот. Хочу себе PS4 Pro, может быть, здесь даже. Тогда надо будет и телевизор. Так по ценникам сравнили, я вот Вася отправлял, сколько стоит. Стоит, в принципе, примерно сколько у нас в Приморье. Вот. Поэтому не дешевле, конечно, но и, слава богу, не дороже. Потому что все остальное, практически все здесь скорее дороже, чем у нас. Вот. Поэтому тут есть магазин, в принципе, бэушных, ну как бэушной электроники, и телевизоры есть бэушные. Можно будет какой-нибудь просто Full HD телек купить. Уж не до 4К мне сейчас. Вот. И тогда, конечно, да. Потому что я чувствую, я не выдержу. Но все равно, представляете, в октябре выходит GT Sport. А у меня нет Соньки. Я просто не выдержу. Сейчас-то, в принципе, особо мне незачем ее брать. Ну, реально. А вот когда GT Sport все-таки выйдет, конечно, это будет большое-большое подспорье. Ну, куда это? Пацанчик. Что ты, ё-моё, тормозил уже за километр до этого поворота, все равно не берет. Не знаю, что-то тип вперед вылез. Еще и отрывается, например. Совсем нехорошо. Негодяй. А, вот так вот. Учись, студент. Кто не работает, тот ест. Так, это место, конечно. Стрёмное. вот он уже тут позади, да, концовочка будет интересная. У меня аж палец онемел давить на газ. Ну давай, да ты... Блин. Как так-то, а? Он тоже так же. Да. Что называется, просто нет слов. Не, ну реально дело это не деньги. Так, что у нас там? Так, ладно, давайте вот так сделаем. 959 сейчас посмотрим, сколько стоит. Так, естественно, в New Car столько. Так. Самый последний 559. 420 тысяч, да вы что, с ума сошли? Это просто надо фармить по жесткой. Так, и что еще? И Short Tail, да? Short Tail. Так, Short Tail у нас стоит 200 тысяч, это не так много. Ну, 959 это, конечно, кошмар. Так, ладно, давайте сделаем так. Я сейчас запись вырублю и не записи нафармлю баблище на 959. И потом мы уже с вами поедем на него. Потому что я сейчас за 420 тысяч нафармлю, тогда, блин, надо раз там 8 проехать по одной и той же трассе. Я думаю, это не очень интересно. Вот. Так что давайте я сейчас захожу в чемпионат. Ну, в общем, увидимся, когда у меня будут деньги. Блин, вам-то хорошо. На записи у вас этот промежуток пролетит. Мне сейчас копыть тут. Ладно, все. Отключаюсь. Ну и так, для вас это было всего лишь мгновение. Для меня прошло 35 минут, и вот видите, у нас уже 662 тысячи. В общем, я решил еще чуть-чуть сверху взять денег, чтобы еще и хватило на 917 Short Tail. В общем, я проверил, и да, на нашем нельзя ездить здесь. Пишет, что у нас нет подходящей машины. Вот. Ну что же, давайте теперь купим 959. Теперь у нас куча бабла, правда, большую часть мы сейчас сольем. Так, 959, 420 тысяч, ё-моё. Он довольно старый, еще 87-го года. Так, ладно, берем, давайте оставим цвет красный. Купить. Да. Окей. Так, ну и Weekend Races. 959 профи. Ох ты, здесь 50 тысяч. Гляньте. Обычно за уикендовые гонки нам не больше там 8 тысяч давали, да, полтинник. Да, чувствую, битва будет мощная. Так, ну что, поехали. Так, ну репейр нам не нужен. Погнали сразу. Днем погода будет, точнее, прекрасна. Ну что же. Судя по всему, машина очень редкая. Цена, конечно, у нее зашкаливающая просто. побережье, а может быть и в полях. Ой-ой-ой, узкая, извилистая, смотрите. Понятно, раз они выбрали на самую сложную для этой гонки. Ой, уж такие призовые. О, вот он впереди поворот такой просто. Шпилька. И еще одна предстоит. Шмарики. Ну и трасса. Так вроде пока не сильно открываются. Да. Такое разбивать чревато. Потому что там на ремонт сколько бабла уйдет. Смотри, они уже покоцаны все. Ой-ой-ой, какой резвый там. Так, ну-ка, фу. Так, трасса длинная, да? Неповоротливый, у него недостаточно поворачивается. Серьезно, ой, меня уже перекосило. Да ладно, сперва. О, вот это да. Видали, какая бочка. Явно у нас передняя правая подвеска скрючилась. Фу, вот это да. Вообще на трех колесах по сути едем. Но, если честно, на управляемость вообще, по-моему, никак это не сказывается. Да. Визуально чисто вот повреждение присутствует. Да. Да. Тормоза вообще не подключены. Совсем не тормоза. Тормозами тут явные проблемы в игре просто. Ну, причем она даже когда была целая, она ни хрена не тормозила. Здесь стабильно уже бочку делаем. Так, ну вот сейчас, да, сейчас она вообще не поворачивает. Ну хоть чуть-чуть есть механические повреждения. Как вообще надо начинать тормозить на выходе из предыдущего поворота. Так-то я догоняю их вроде бы. Такие вещи. Ну, я просто не знаю. Поворота еще даже не видно. Ну, то есть, сами видите. Он как бы прогружается. Первая сонка, все дела. А, блин. Тормозов просто нет. Они исчезли. просто как будто на нейтрале едет. Нажмешь на тормоза. Да ладно тебе. Причем тут трек-рекорд, если я четвертый? Так, ладно. Пробуем повторный заезд сделать. Мне интересно просто, насколько мы эту тачку разбили, блин. Полцены сейчас отвалим за ремонт. Ага, с 4-го места 0. Интересно. Охренеть, просто жесть. 70 000 на ремонт, да, придется еще фармить. На Short Tail вот уже не хватает. Такими темпами придется не на Short Tail фармить, а на восстановление вот этого 959, потому что я чувствую, тут попыток уйдет немерено, чтобы выиграть. Сейчас вот специально посмотрим, пока машина живая, как она будет тормозить. Реально, она тормозит очень плохо. Не поворачиваю. Очень плохая машина. Не, ну сейчас получше тормозит, конечно, но все равно надо прям задолго начинать что-то будет писаться. Поворачиваемость стрёмненько. Так, ну смотрю, тут знак-то особо не надо, они не наваливают нас. Так, тихо, вали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну хоть не пере... Ого! Кошмар, так они сами там переворачивают. Так, первый улетел, да? Жаль, конечно. Да чтоб тебя, блин. Учил же меня папа по внешнему ходить в поворот. Ну все. Все, тормоза опять исчезли, блин. Ручником тормозить. Ручник вроде действует. Ну, тогда колеса сразу блокируют справа. huir. Хоть бочку не сделал, а ну вот эти вот повороты вообще жуть. Перекореженная. Так, ну вот сейчас, если честно, мы хотя бы третьим приехали. Тут как-то оправдать какие-то деньги получить. Нет, ручник это не выход. Совсем не тормозит. Set a new course and lap record. You placed third. Да. Последние пару гонок будут жесткие. Охренеть. Ой, кошмар. Жутчайшая гонка вообще за последнее время. Просто кошмар. Сколько она нервов сожрала. Хер знает, какая-то попытка. 9, 10, 12. Блин. Все бабки у меня ушли на починку этого монстра. Если вы помните, когда я начинал, было у нас 200, что-то около 200 тысяч. В итоге вот полтинник сейчас заработали, оставалось 3. И то я уже корпус не чинил вообще машины. Чинил только механические запчасти. Ой, кошмар. Кошмарная трасса. Сами эти соперники сумасшедшие. Просто жесть. Вы сами все видели. И вот так примерно проходила каждая гонка. Тут мне просто повезло, что этот балбес меня на финиш напрямую не обошел. Я не думал реально, что удастся выиграть. Фух, все. Ох, я истощен. Морально истощен. Так, давайте сразу же засейваемся. О. Обалдеть. Не ожидал я, что так будет. Знаете, что мне вспомнилось? Lotus Elise в Gran Turismo. Ох, во второй части. Это кошмар. Слава богу, джойстик цел. Я его не раздолбал. Так, ну что, давайте тогда на этом закончим, потому что я все, я не смогу больше нигде проехать. Я говорю, я все, батарейки сели. Так, нам осталось в следующей серии, в общем, пытаемся на золото этот 928 проехать. И 917 нам остался, да, кубок. 50 тысяч. Так, ну и все, и будем переходить к модерновой эре. Вот, но это уже будет в следующей серии. Вот, ну сейчас давайте прощаться. Я рад реально, что я удалось мне вернуться, и я записал еще одну для вас серию. Я очень скучаю по вам, по вообще по прохождениям, по каналу. Мне не достает работы на нем. Вот, она мне в радость, хоть даже иногда и приходится нервы тратить. Вот, но, к сожалению, времени нет. Просто нет времени. Поэтому уж извиняйте, видосики будут выходить по мере возможности. Я сейчас даже не могу сказать, когда, допустим, будет следующий. Потому что все меняется буквально день ото дня. Вот. Ну что же, с вами был, как всегда, Скудер. Всем пока-пока. Подписывайтесь, комментируйте. Ну и увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.